камбэк, и вроде как это они выбрали эту карту. Да, да, да. Так что да, я думаю, у них должны быть какие-то наработочки на этой Metalworks, на этих, на этом заводе. Вот, Match is Life, начинает появляться зеленая надпись. Так, мы посмотрим за Демосом, так как первый раз мы видим эту карту, вот посмотрим за Платинумом. Я просто буду смотреть за Мидлом. Найди его сначала. Я уже нашел. Красавчик, вот вышел Платинум, ну довольно-таки интересный выход на центр, я тебе скажу. Вышел точно так же Альфа, но он, по-моему, чуть побыстрее выбрал выход на центр. Вот два солда полетели в аркад на одного скаута. Пропусти, оставили медика одного, забирают КБК, делают минус 3 уже миксап ранее. Опа, на медике, смотри, Омар делает. 5 остается, да, минус 6. Последним умирает Омар. Только на двоих разменялись у... Ческлабы убили только двоих у миксапа. Это, кстати, важные минуса. Это Харблю и Платинум. То есть никаких трапов респа или накопленного убера сейчас не предстоит. И это можно спокойно... Ласт взял КБК и криты. Да не то, что Ласт, я думаю, можно даже дефать. Да, можно по второй, но они взяли криты, они могут и на центр выйти. У Амара притянул какой-то хейт по отношению к Харблю. Харблю взял криты. Опа. Ну да, кто-то хотел тут криты на криты. На прошлой карте, но сейчас мы убьем криты. Опа. Перестрелял Джимба. Ой, это не Джимба, это Визитор. Визитор перестрелял сейчас Нигму. Так, вот уже готовы криты, я, пожалуй, включу на Альфу. Опа, пошли криты, да, но я все равно жду криты Альфу. Прогорают, скаут убегает, инфа уже есть о критах, забирают бумера, опа, все, криты кончились, сейчас криты пойдут, наверное, вот, ну, блин, потеряли-то двоих, но все-таки Рувена забрали, отлично. Оп. Пошли криты, привет, минус медик, забирать надо Демоса, надо забирать, или что там, да, его забрали, отлично. Была стеночка, он даже сидел. Тилер тут, по-моему... Сколько я понимаю, да, он влетел уже в спину, залетел в спину, получил ракету в лицо и приходится ему убегать. Так, он зашел в какой-то гараж. О, тут аптечка есть, но Трай его настигает до конца. А, остались криты у... Или нет, стой. Харблю взял обычный убер, да. А, тем временем 70 критов уже у КБК, они, слушай, они капают центр и довольно... Не закапывают. Да. Неплохое решение все-таки было взять криты. Неплохо сыграл между тем временем Альфа. Не стал он там паниковать. Ты готова? Идти вперед. Да, готовы криты. Надо искать уже нам Альфу. Альфу зажигает криты, кидает стик, попадает в стену. Видишь, что на него летит золото. Паночку одну. Попал. Хотя бы. Попал. Всего одну. Да, забирает уже троих у красного Ческлаба. Я думаю, тут они сейчас, опа, выживает КБК. Полетел, Тилер полетел, тут аркада на Харблю, ну, Руин играет Pocket Scout'ом. Лучше, чем всякие солды это могут делать. А, тут какие-то предъявы. Входит Визитор предъявить Тилару, но у него это не получится. Смотри, пытаются что-то сделать, но Бумер умирает. Зажигают, смотри. Миксапов зажигают и отходят, и надо же КБК, это сейчас скоро криты будут, надо жить, надо как угодно жить, убирает Альфа, но тут можно на Визитора сжигать криты, пошли криты, куда там, кого забирает, отличный скаут и медика, Трай, и Энигму. Трай просто в полете. Это аэршот был? Да, это Мидейр, или я не знаю, как это правильно называть. Ух ты, Рувин, минус 3 просто. Просто минус. Ты сейчас видел? У солдата все, у Визитора было 80 хп, и Рувин находился, не сказать бы, что совсем в упоре, и все равно снял ему столько хп. Это нет, я не знаю, ну блин. Нет, но сейчас у него 69. Жалко нету Клокворка, вот бы мы посмотрели на эту связку, на схватку, противостояние Клокворка и Рувина. Очень жаль, что не пришел бы Клокворк. Прикинь, вот был бы Клокворк, я думаю, Ческлаб была бы совсем другая игра. Просто совсем другая игра. Представь, если добавить им Клокворка, если не учитывать, что они с этой связкой играют на равных, ну, по сути, там, вот на этой карте хотя бы. Если добавить им Клокворка, чтобы как бы отыграли Ческлаб. Вот на ласт отжались они как раз, сейчас посмотрим, как. Ну да, довольно сильно сложно, хотя, не знаю, два выхода, в принципе. Обычные уберы взяли оба медика, они уже у обоих готовы. А вот зажигаются, кстати. Врезался в... Не знаю, как назвать эту штуку, но зажигается оттуда. Но попозже зажигался красный медик и отжимает. Ух, там сколько дамага ловит. Миксапы, но они вроде выживают.
13. Не, четверо. Там медик жив, кораблю, надо хиляться. Двое красных. Надо альфа идти за аптекой. Куча дамага улучшает бумера. Но бумер сейчас умрет, скорее всего. Нет, его дефать нет, он умирает все-таки. Справа платинум. И должен задефать. Ой-ой-ой, очень красный. Очень красный солд убегает. 20 хп в то время. Но там у Джимба в него стрелял секунд 10 с одним хп, так что. Ну засмотри, отбились сейчас клабы. Альфа снимает палочкой просто стикер. Ну да, наверное, пойдут, почему бы не попробовать. Ну как бы у них убера вроде как нету. Ну нет убер, но если бы они сейчас не пропустили Энигму с бога, то могли бы попробовать выйти. Почему Куби? А кибики убивали, что ли, там? По-моему, да, его убивали, да. По-моему. Там что-то убера нету. Сейчас Харби уже выходит на убер, точнее, миксап выходит на убер, чекают трап. Идут, медик ушел в респу, сейчас выйдут с центра и будут... Уже будет деф, но точка очень горячая, да, и докапывает их в стап. Ой, стап. Ксап. Это 1-0 на этой карте. Первую карту процесс выиграли миксап со счетом 5-0, но не сказать бы, что это был пронос, это была почти ровная игра. Вот. Да, заканчиваем принимать варианты ответа, сколько наберет Харблю, вот все вот это, кто написал. Те участвуют в розыгрыше Медигана от самого Байта. Пока 18 очков, да, у Харблю за первый раунд. 3 минус альфа, быстро делают. Аркада на медика, у медика получает ракету, забирают кибикей, забирают всех, забирают. Это не игра, это... Это пошли они. Тим вайп. Никого не потеряли миксап и минус 6. И минус 6 у Ческлаб, и уже сейчас будет вторая точка капаться. Только сейчас респанутся пятеро, четверо респанутся. Ну, очень сложно будет что-то делать. Хэви, конечно. А знаешь, что есть у Харблю? Что? Кольцо. Это которое стоит... Ага. Ну, блин, да. Ладно. Правильно. Да он попросит, ему сразу там... фанбои анюжелок надают куча. Да, ну... Смотри, вроде отдефали. Минус платину, минус энигма. Ух ты, какой деф. Ну забирают кибики. Ну можно дефаться, можно... Нет, тут... Ну тут... А, нет, отдефали, что-то я подумал. Ческлаб. Да, ты перепутал на такую, да, перепутал стороны, да. Харблю тут крутится, убегает. Оп. И убил бумера еще. Полетит за ним альфа. Слушай, еще на альфу идет. Ну и альфу убивает. И скотчись от хп. Вот это что он творит вообще, это просто жесть. Я не пойму, он под нос, под одному шпицу стрелял или сразу спамом? Просто спам, просто пинг, понимаешь? А, и пинг, да, и потери пакетов, поэтому нам я кажется, думал, что он... настолько жесткий. Ой, тут Энигма, по-моему, летает, очень да, интересно, да. Кибики находит скаут, достает пилу, но нет, не в этот раз. 2-0. Что он творит? Он же второй раз делает минус 2. Медик делает минус 2, что это такое? Харблю же солд. Вообще он медик, а потом солд. Я вот сейчас вспомнил как раз интересное замечание мистера Слина, вот из этой статьи, он говорил, что Харблю может умереть, пожертвовать собой, но это, так сказать, жертва не будет напрасной. Вот как раз сейчас это мы и увидели, он сделал минус 2 и без медика команда взяла раунд 2-0. Быстро, смотри, умирает у Азифифти. Аркада на меда, хорошо. Опять аркада на меда, минус мед, минус... Нет, подожди, ТБК живет пока, но... Ну, вот сейчас умрет сейчас... он... Да, вот сейчас он только начинает умирать. Слушай, а хп... Солд в спине. ХП больше было... Ах, уже все. ХП было больше у красных команд, несмотря на количество. Вот, да, и это им помогает. Им начинает занимать центр. Но тут прилетает... Да, это кто? Руин? Нет, это был Энигма. Энигма пролетал, но ничего не... Что? Ну когда у тебя есть фулл хпшный Руин, да. Да. Ты можешь делать все, что хочешь. Да. Ну да, Руин тащит. Недавно, ну это как недавно, где-то год назад был МГЕ Кап в Америке. МГЕ Кап среди скаутов. Такое тоже бывает. Там выявляли просто, кто лучше стреляет, и Руин победил все. Да, совсем недавно был. Выиграл 100 баксов. Да. Совсем недавно тоже был МГЕ Кап в рамках вот этого благотворительного ивента. Там тоже играли, там играл Банни. Банни его выиграл. В финал он вышел и как раз против Шрагера, по-моему, играл. И за солда Шрагер играл за скаут, естественно, и выиграл Банни. Ну, смотри, тут тем временем вайп еще один, только уже не полный. Двоих забрали у миксап.
Это Enigma и Вази 50. Ну, все, 3-0. Вот так быстро как-то расклеились, по-моему, после первого раунда. Господи. После первого раунда расклеились сейчас клапы, и сейчас будет смена так, сторон. Так, люблю 30 очков, смотрю. Рубин 39, 4 доминейта. Да, 30 очков пока я запишу тебе в Steam, пришел. Да, но тут вот осталась еще вторая сторона, и тут, я смотрю, просто люди ставили на 98, и... По-моему, не дойдет. Какой тут самый маленький? Он, смотри, чувак с ником... Понятно, с каким ником. P3... Блин, короче, опасный ник. 3PCO. Да. 3PO. Будем называть его 3PO. Самый классный — это White Glow. Поставил 89, видно сразу, что шарит чувак. Видим, как раз ВГшка-то угадает. Да-да-да. Кстати, насчет дамага, сейчас посмотрю, сколько рувин нанес, 3000. Ну, кстати, поменьше платинума на этот раз. Платинум 3500. Начали играть, 3000 кстати. Рувин, да. Ну, пока да, очень много пока отстают. Очень много пока отстают ческлав по дамагу. У них трай 2300, альфа 2000, остальные там еще меньше. То есть, 0 дамага у кибикей. А у Харби 249. Неплохо так, ну, тем временем, пока ты там рассказывал, тут на мидле очень сильно зажали альфу в этом, буду называть его узкий проход, нижний узкий опять проход. Опять минус 6. Да, опять минус 6, но там очень хорошо зажали альфу, он не мог никак вылезти, никак надамажить хотя бы одной стик, и случился провал. Там за одну секунду убили сразу четверых, и вот, вот треснулись только ческлабы, начинают они устраивать свою деф-позицию. Альфа сразу идет направо, видит там солда, взял Амар. Этот маленький лобстер взял большого хэвика. Слушай, да у него прическа у лобстера. Солда сбивает, но тут его в спину долбит Рувин. Странно, Рувин не может в спину убить хэвика. Убивает, но точка не капает. Смотри, дефится вроде. Правда, их всего двое. И смотри, задефли. Платинум остался один, надо его добить. Вот так да, вот добили. Надо было... Там Альф очень хорошо сделал. Минус 2 очень ранее, баночка где-то справа вот. Может, это спасло. Моментами, блин. Здорово играть ческлад моментами. За них даже можно... Ну, блин, ну вот в итоге счет 4-0. Как-то очень секреты взял, кстати, Харбю. Не, ну так-то да, он может много очков заработать. Он знает про этот конкурс. Сейчас у него просто Джимайт убили бумера, Джимайт точку, которую только что потеряли, и сейчас будут пушить. Правда, критов еще пока нет, но они могут, в принципе, и без критов выйти. Я думаю, у них может получиться. Хотя, если они сейчас делают минус 2, то им ждать, в принципе, не надо, но вот уже есть криты, вот нашли они платинума тем временем. Вот платинум уже идет, говорит, зажигай криты, зажигаются криты, минус 1, минус 2. Минус 2. Да, минус только 2 пока сделали, 2, ой, все, остается альфа и трай, у трай 17 хп, альфа убивают, где трай? На 5-0. Где трая, трая нету, это 4-0. А, да? Они окей. Не взяли тогда раунд. Да-да-да-да-да, они не взяли. Точно, 4-0. Ну еще шансы есть, да? Да, еще ж 27 минут. 27 минут, еще времени, еще куча времени. У Ческлав, чтобы совершить камбэк. Они вообще центр брали хоть раз на это, да. За эту карту? Сейчас, главное, чтобы сейчас минус 6 не было. Нет, там руин был. Смотри, платинума тут довольно много хитует, у него очень мало хп, он отходит к медику. Его зажали, вот минус платинум, в это время... Смотри, сейчас кап делают минус 3, но теряют никого... Нет, медика не теряют, теряют медика, все-таки теряют. Остается один Enigma, убегает. Где Enigma убегает. Он в каком-то подъезде там бегает, но не знаю, где это. Вот и первый мид. Смотри, да. Он, кстати, тут, тут он где-то прыгает, его сейчас должны найти тут. Я вот Буберова дошел. Да. С Амарчиком они его разобрали на 2 ствола. Как ты это... Ну, ты понял, о чем я подумал. Я просто хотел сказать, не хотел ничего иметь в виду. Взял тем временем кибики, взял криты, значит, это они готовы ломать игру, делать какой-то геймбрейкер. Экшен. Ну, давай называть слова правильно. Криты под... смотри, они даже без критов решают пушить, тут Тилар летает, убивают платинума, но теряют двух солдов они. И КБК непонятно что делают, вот там зажали двух сторон. Да, ну да. Странно, почему они без критов решили пойти. В спине альфа, но мажет банками.
остается один бумер. Бумер уже кончился. Минут 6 часа потрачено. Потрачено. К сожалению. Ну, странно, почему они не дождались критов, решили выйти без критов. Сейчас Убер будет уже у Харблю. И странное решение часа. Я, честно говоря, не понял, почему они. Неужели они, так сказать, уже доигрывают этот матч? Эту карту. Без Восы тоже пушат. А, Убер-то есть, да, вот зажигаю сейчас Харблю. Как-то он что-то немножко он зажегся непонятно, вроде у него КП были. Я тебе говорю, он знает про конкурс. За каждый Убер тебе дают 2 очка, вот он. То есть, если ты зажег Убер, то я 2 очка даю, да? Да. Ну, мне, по крайней мере, давали. Ага. Может, другим меньше дают, или больше? Возможно. Приходят на ласт тем временем миксапы, и они близки к тому, чтобы захватить пятую точку. Смотри, но... Шиф еще альфа, сейчас он затащит, я уверен. Шифт, альфа, да. Но почти. Нет, альфа не шифт, альфа только... 22 только очка. 52 очка. Ну, давайте в логах посмотрим, может, там какие-нибудь дополнительные очки выдаются, типа... А, ну да, ну 52 было, 30 и 22, это вообще 52, я читал где-то, что 52 очка. Ладно, счет 5-0, сейчас мы узнаем, кто у нас выиграл конкурс. Вторую карту выигрывают у нас Mixup.